Как спастись? Беседуй со Христом, молись, верь Ему, доверяй, причащайся, и Господь даст тебе храм опытных духовных наставников. Читай святых отцов, все время склоняйся над Евангелием. Господь все управит так жизнь, что мы даже не можем и мечтать. Аминь. Будьте Богом хранимы. Спасибо. В храм приходите, приносите свое сердце. И все оставляйте за порогом. Это все так, мирское. Простите меня. Спасибо большое.